Теремок ТВ представляет! Раскраска! Легендарные автомобили. Первая часть. Привет! Привет! Смотрите, это же родстер-легенда. Давайте раскрасим его скорее. Да! Красный! Желтый! Оранжевый! Коричневый, зеленый, голубой, черный, темно-серый, серый. А вы знаете, какие машины называются легендами? Нет. Легендами называются автомобили, с которым связана какая-то очень интересная история. На создание этой машины ушло целых 20 лет, и она 2 года подряд побеждала в самом престижном автомобильном конкурсе. Ух ты! Внешне она похожа на старый спортивный автомобиль, но на самом деле она сделана из самых современных материалов, и под капотом у нее очень мощный двигатель. Такая машина всего одна в мире, поэтому владелец очень бережет ее. Машина-трансформер. Это же культовая американская машина, которая недавно снялась в очень классном фильме. Узнаете? Нет. Это потому, что она не раскрашена. Давайте раскрасим ее скорее. Желтый. Серый. Темно-серый. Черный, коричневый, зеленый, розовый. Да это же трансформер Бамблби из фильма «Трансформеры». Теперь узнаете? Да, конечно. Эти машины начали делать почти 50 лет назад, когда ваши бабушки и дедушки были такими же малышами, как вы сейчас. Ух ты! Скажите, ребята, что нам нужно сделать с этой картинкой, чтобы она стала красивой? Раскрасить ее! Да! Точно? Серый! Синий! Красный! Черный! Зеленый! Бежевый! Голубой! Как красиво! Сейчас я расскажу вам, что это за машина. Это легендарный автомобиль, побивший рекорд скорости. Все дело в том, что у него установлен не обычный двигатель, а электромотор. Это значит, что ему не нужно жидкое топливо. Его достаточно просто подключить к розетке и зарядить. Здорово!
Эту машину прозвали «Пуля» за то, что он разогнался более чем на 500 км в час. Это намного быстрее, чем может ехать обычная машина в городе. Дрэкстер заряжен и сейчас попробует побить свой рекорд. А давайте дадим гонщику команду на старт. Хорошо. 3, 2, 1. Поехали! 100 км в час. 200. 300. 400. Пятьсот. 510. Есть! Новый рекорд скорости среди электромобилей установлен! Ура! А давайте еще раз посмотрим, какие машинки мы с вами раскрасили, и сосчитаем их. Да! Раз. Родстер. Два. Машина-трансформер. Драгстер-пуля с электромотором. Три. Правильно! Мы раскрасили 3 машины! Молодцы! Выбирай, какую раскраску ты хочешь посмотреть дальше. Про грузовики-тягачи, про разные краны, которые работают на стройке, про то, как делают топливо для машин, или про автомобильные эвакуаторы. Выбирай и нажимай на картинку на экране прямо сейчас.